often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you, I have speed beyond measure. Would you be strong? Then I can grant you the might to overpower any foe. Closer, and I will unlock your inner cunning! What does a hero truly need? For you to decide. Здравствуйте, дорогие друзья! Да, вот решили нас немного организаторы поразвлекать. Ну, точнее, наверное, даже это не развлечение, скорее... Все серьезно, на самом деле. Все серьезно? Ну, я так понял, это было лайв. Мы продолжаем этим шоу. Thank you.
Еще раз вас приветствуем, дорогие друзья. Не успели мы даже представиться. С вами Good Hunt и ПГГ. Мы здесь. В Шанхае. В Шанхае, да. Мы смотрим этот концерт в лайве. Вам же досталось всего лишь это с экранов. Ну, на самом деле, мы просто еще видим некий видеоряд, который к вам не залетает. Это, я так понимаю, что это некоторые ностальгические моменты, потому что я заметил, что тут это вырезки из игры. Это история с первого International. Вырезки из первого International, вот из четвертого. Ну, народу нравится. Для нас немножко скучновато. Ждем следующую композицию, я так понимаю. Ну, во-первых, я так понимаю, что какой-то ведущий выходит на сцену, начинает объявлять, что это происходит. Да, на самом деле, очень похожа вся ситуация на Т5. Немного так слезали, я бы сказал, весь концепт перед стартом гранд-финала. Это ведущий Томми Талларико. Красавчик, красавчик. Ходит, да. Заводит зал. По-моему, сейчас какая-то фиеста должна начаться, судя по всему. Ну, благодарили. Мы, к сожалению, не понимаем. Благодарили, засыпай. Интересно, будет ли еще что-то из музыки, или может быть какая-то развлекательная часть? Это Тим Ларкин. Приятно познакомиться, и вам, я думаю, тоже. Да, надевать наушники. Судя по всему, сейчас композиция. Будет продолжение. Ну, до этого мы все слышали. Ну и видели, по крайней мере, точно. Сейчас, может быть, что-то новенькое нам включат. Давай. Руки вверх. Поднимай свой смычок и...
Да, мы еще немного ясности внесем для того, что происходит, как бы, тот, кто дирижирует и управляет. Тим Ларкин. Тим Ларкин, да, это... Композитор, дирижер, он написал все вот, всю вот эту музыку к Dota 2 и еще к некоторым играм. Принц Персии, Рейвен, Мист, все его творение, поэтому это, скажем так, легендарное лицо для Dota, его надо знать. Ну, следующая композиция. Да, у нас небольшие вот эти паузы, которые мы должны забивать. Мы сейчас, кстати, осмотрелись и поняли, что стадион-то... Полный зал, свободных мест практически нет. Может быть, 100 максимум, все забито до отказа. Вот, я так понимаю, что мы дальше будем ждать каких-то исполнений. Композиции, ну, судя по всему, он все свои творения переиграет. Да, ну и переходим к следующему. Ой.
Судя по хронологии событий, это как бы заключающий должен быть момент, потому что после Реборна вроде как ничего и не было. Это были стадии эволюции, скажем так, доты. Да, народу на самом деле нравится, но их эмоции не сравнятся с тем, когда показывали моменты китайских, типа директор поднимает Аегис, тут просто с этого говорят, о, видимо, что-то нас ждет. Ага, кто-то за пианино. Ой-ой-ой, это какой-то пианист. Слушай, он, судя по всему, очень знаменитый, потому что, ну, обычно человеку во фраке, который подходит к пианино, так не аплодируют. Джей Джей Лин, может быть, это тот самый, с чьих... Нет, это не он. Просыпаемся. Я думаю, что это не он. Он Джей Джей, его написано на английском, называется. Джей Джей. Очень эффектно он все это делает. Красавчик. Надеюсь, прям... что Павел Айда сегодня покажет такую же красаву. Ну, у нее не столько кнопок. Обнимаются. О. Судя по всему, какие-то старые знакомые. О, я думаю, не в первый раз они исполняют. Нихао, говорит. Нихао! Нихао, братан, нихао. Что он... К сожалению, я не очень понимаю, что он говорит. Ну, он говорит, что я рад вас всех здесь видеть. Мы вместе продвигаем Dota 2 вперед. Я сам не против иногда на... Я сам играю на Братруме. На фичи каточку заруинить. Хотя, мне кажется, он на инвокере может и Дэнди обскакать. Ну, судя по его... ну, на самом деле, он бы с Дэнди, я думаю, мог потягаться. Вот. Дэнди тоже пианист, насколько я знаю. Дэнди пианист. Может быть, это Дэнди? Вот где Нави. Он продолжает рассказывать какую-то интересную историю. Он говорит, я сожалею, что все китайские команды выступили так плохо. Я сам слежу за дотой. Вот. Но мы поедем на интернешнл и всех порвем. Да? По-моему, я да. Я не уверен по последним результатам, что... Вот он сказал! Вот сейчас он сказал, да. Говорит. Да. Ощущение, что какое-то кино начинается, артхаус, например, гитарист, ведущий и дирижер стоят и чего-то ждут. Может быть, сейчас батл будет? Он благодарит их за то, что они приехали, наверное, вот в Китай. Ну, а вот интересно нам, это та самая звезда, под чьи треки мы просыпаемся или нет? Ну, я-то знаю только его... Только его в музыку. Только в музыку, да. Да, лицо я его не видел, лицо я его не видел. Но вряд ли, я думаю, что нас ждет Inside. Inside? Inside. Ну, если это он, то это Джей Джей Лин. Будет не только композиции сегодня, будет еще кое-что. Будет, да, но мы не можем сейчас да, покрова... Это просто создать интригу. Создать, ну да, хайпик. Так.
Не отключайтесь, вас ждет экшен 100%. Зал, кстати, заполнился до отказа. Но у одного из людей, одному, как не хватило места. Это наш комментатор Миракл. Он стоит в краешку, его выгнали. Теперь я передаю слово. Я не помню, как его зовут. Они, я так понимаю, очень похожи на выступления каких-то депутатов, на самом деле. Они друг друга за что-то благодарят, говорят спасибо, мол... Ну вот это точно благодарность. Это да, спасибо. Приятно иметь с вами дело. У него наушник вывалился, кстати. Сейчас, возможно... Джей Джей Лин, это он! Это он! Это он! Это он! Мы просыпаемся с Витей под его песни по утрам. Вместе! Вместе! Почему я сижу здесь? Я хочу быть рядом с ним. Потрогай меня. Он идет. Они идут исполнять как песни, идут я исполнять. Думаю, на сцену. Да, они уже отдали слово. И значит, они готовятся сейчас зажигать. Включили спецэффекты. Вот вы можете сами видеть, сколько народу в зале. Нет свободных мест. Просто и это только Джей, первый... Джей, вон, ты видишь, там табличка была. Это только первый ярус. То есть вот, все забито до отказа. Но это не он уже. Они ушли, я думал, будет песня. Я тоже надеялся, что будет песня. Но мы видим кого-то ведущего, который что-то рассказывает. Пожалуйста, освободите стадион, концерт окончен. Всего хорошего, до свидания. Да, возможно, что гранд-финал людям всем этим придется досматривать дома, если они, ребята, не успеют закончить до 22:00. Здесь такой закон в Китае, и ничего с этим не сделать. Ну, в Минске же похожая ситуация была. Комендантский час для не особо взрослых молодых людей. Нам подписали, кто это, но мы, к сожалению, слово пока еще не до конца это понимаем. Это ведущий. Это потому что он ведет, да? Да. Да, ну... Он один на сцене, и он не поет и не танцует. Это ведущий. Может, это не вступление такое, он сейчас начнет петь и танцевать. Ну, все очень рады. Возможно, он сказал что-то что про гранд-финал. Сейчас будет Дота, возможно, он сказал. Возможно, он... А может быть, в это время Джей Джей Лин распевался и сейчас будет лупить. Но пока, я так понимаю, следующая композиция или нет? Или это просто следующая композиция мейджора? Это гранд-финал по Доте. Следующая композиция. Воу-воу-воу-воу-воу. Что-то происходит. Загорелась сцена. Сейчас все загорелось, все очень красиво, но вы это видите прекрасно. Люди что-то скандируют. Люди скандируют, да, я не особо понимаю. А, да, надо переходить потихонечку к аналитике, потому что я вижу, что уже команда готова выйти выходить. На сцену, да. Увидимся. Нам показывают небольшой видеоряд. Это превью, как ребята приехали, вот. Показывают, видимо, путь команд к финалу. Гранд, лучшие финал, моменты да. Liquid. Смотрим моменты и переходим к аналитике предматчевой. Болеем да. За красивую игру. Пять игр. Пять игр. 3-2. Победит сильнейший. Не будем кого-то продвигать. Пусть победит тот, кто достоин выиграть. Я считаю, Liquid сделали уже хороший рывок.